Подождите пока реквест, чуваки, я только начал в игру играть, какого черта? Какие нахрен реквесты, о чем вы вообще говорите? Quick Beginnings. Смотрите, кто-то прошел за 5 секунд 5.2. Хантер, ты где здесь? Ты в таблице рекордов есть? Quick Beginnings. Press Space to Start. Давайте я пока не буду супер бегать. Он очень, кстати, быстро носится. Просто невероятно. Можно отскакивать от стен? Нет, нельзя. Выполнено. Прошел за 15 секунд. Рестарт. Смотрите. Шорткат делаем. Раз. Побежали. Прошел за 5.6. Рестарт. Погнали. 5.6. Как можно сократить еще результат? Целых 4 десятых секунды. А можно посмотреть рекорды? Как они прошли это? Next level. Next level. Я не знаю, как это вообще работает. Как они могут 4 десятых секунды сократить? На чем? Так, обучение прыжкам. Let's go. Пять точка шесть. Ну смотрите, почти топ-10. А можно всю таблицу посмотреть? Нет, прокрутить как-нибудь. Еще 0.2 секунды, и я бы уже вошел в топ-10. О май гад. О, там легендарный секрет какой-то. Погоди, хочу взять легендарный секрет. Что это такое? Я did it. Получено достижение. И че это? Какая-то кассета. Не знаю, что это дает. Чувак прошел за ровно 5 секунд. Next level. Next level. Snowfall. Окей. Погоди, что от меня требует? Stack somewhere, press R to reset. О, кассета. Я взял. Пять точка семь. Говневастый довольно результат. Довольно говневастый. Можно сделать намного лучше. О, хорошо-то как. Я понял, смотрите, сейчас сокращу. Сейчас сокращу. Целых 0.032 сократил все-таки. Еще 0.081. Еще 0.064. 5.5 ровно. Это почти топ-10. Фак. Прыжок бога. Найс! Минус 0.016! Найти сокровище. Я вижу сокровище прямо передо мной. Давайте заберем. Найдите собирашки, чтобы открыть невероятно безумные уровни. Безумные. Я уже 3 нашел. Фак. Че, я придумал, смотрите. Отстой, конечно. Сколько? 4.87. Нормально. Что это такое за пузырь бога? Алло? А, это мой рекорд! Я понял, я понял. Забыл первый уровень секрет. На первом уровне тоже секрет был, а как вернуться? Как вернуться обратно? Level select. Так, давайте соберем на первом уровне.
Quick beginnings, play. О май. Вы уверены, что он здесь есть? Должен, наверное, где-то быть. Может быть, он за вратами? Нет, его здесь нет. Что, если он здесь? Так, отлично, отлично, отлично. Возвращаемся обратно. Snowfall мы прошли, Finding Treasures мы прошли, финальный тест. Это пролог, кстати, это всего лишь пролог, жесть. Let's go. Final test. Как здесь карта выглядит? Давайте сначала изучим карту, найдем секрет. Собственно. Как так-так? Секрет можно по звуку. Поздравляем, вы разблокировали безумный уровень. Окей, довольно, довольно просто. Тут можно вот как делать. Фак. Вау. Вау. Слушайте, неплохо. Наше время 9.4. Десятое место 9.1. Я хочу еще потратить. Так, отсюда не запрыгнуть, увы. Вау! 9.3! Жесть! То действительно можно зацепляться, как бы после того, как ты падаешь, ты можешь еще немножечко прыгнуть. И это очень помогает, наверное, не все знают об этом. Как-то Хантер сам это, видимо, обнаружил. О май гад. Минус 0.00, 9.3. Ну я нормально, нормально. Учитывая то, что 10 место это практически 9.2, практически ровно 9.2, то я согласен, сойдет. У меня 11 место. Through a loop. Так, а как нам посмотреть, ужаснейший уровень? Привет, Сандр Тёма. Insanity. Это он? Insanity. Watch your step. Давайте пройдем. Здорово, Кайзер Файзер. Фрайзер, точнее. Смотри, куда идешь, тут написано. Let's go. Едри. Это реально безумно. Сначала хочу изучить карту. Интересно, здесь будет секрет или нет? О май гад. Это, скажу я вам, непростой уровень, чат. Так, а прыгать нужно куда? Прям вот на эти штучки? Едрить. Они же кошмарные. Хаосом зараженные. Обалдеть, это нужно идеально в точности продумать прыжок, чтобы ты шагнул как бы на кончик этой платформы. А! Фак! Секрета, походу, здесь нет. Ладно, я обязан хоть как-нибудь его пройти. Хоть как-нибудь. Потеть ради 11 места не буду, конечно. Май гадик. Обалдеть! Что? Люди прошли за 9.1? Это невозможно.
Это просто невозможно. Они сумасшедшие? О! Зацепись, пожалуйста, родненький. Я сойду с ума с этой игрой, я не могу, мне хочется пройти быстрее. Нормально, нормально, жесть, целых 0.2 с половиной сократил. Давайте кольцо пройдем, вот, вот эти уровни. Получается, в каждой главе по 5 уровней, да? Так, сырой луп, let's go. Не понял юмора, что это такое. Надо вообще читать? Надо вообще читать. Люди проходят за 5 секунд каким-то образом. Так, кольца активируют двигающиеся платформы. Прыжки через кольца активируют их. А, прыгните через кольцо, чтобы активировать их. Приземлитесь на платформу, чтобы двигаться. Окей, а где секретик? Секретик на месте где-то здесь должен быть. Может быть, он тут позади? Нашел. О май гад. Спидран на самом деле не самое главное. Вот найти секретики, это дорогого стоит, скажу я вам. Не знаю, как можно пройти здесь ровно за 5 секунд. Это кошмар какой-то. Incredible. Ну хотя потихоньку я сокращаю, конечно, но для меня все еще невозможным является тот факт, как люди вообще проходят на такие мельчайшие результаты. То есть нужно по кадрам двигаться. 4.7, как он это сделал вообще? При всем уважении к спидранерам, вы читерите. Распрыжка здесь не помогает. Ну, типа, и нельзя распрыгиваться сразу. Она не ускоряет тебя никак. Ого. Нормально еще было, кстати. Я понял, надо приземляться как можно скорее на... Я понял, в чем... Смотрите, сейчас еще сокращу пару секунд. Вот сейчас. Надо, короче, приземлиться заранее. Чем быстрее мы приземляемся на платформу, тем быстрее мы проходим левел. Ну, чуть-чуть сократил. Но представьте, сколько еще нужно сократить. Половину секунды. До топ-10 хотя бы. Даже не половину секунды. 0.7. Как? 0.7. Это ближе к секунде даже. Жесть. Как можно сократить 0.7? Это вот представьте. Раз. Что? Спасибо большое за 50. Ламповая комьюнити Омега Лул. Погоди, где здесь секрет? Не, чуваки, реквесты я не хочу врубать. Вам бы лишь свои сраные реквесты послушать. Извините, конечно. Давайте насладимся атмосферой. Ну, может быть, попозже хотя бы. Не хочу пока, нет настроения на реквесты. Ну, может быть, они не самые сраные, хорошо, ладно. Реквесты хорошие, конечно.
Не буду обижать ваши реквесты. Нормальный реквест, вполне себе качественный. Ну, не всегда, процентов 60 качественно. 40 таких немножечко поносно. Так, здесь мне нужно целую секунду выжить. Как? Как вообще можно секунду просто? Это нереально. Целую секунду. Это вообще невозможно. Здесь никак не сократить секунду. Мое предположение было в том, что можно было бы прыгнуть заранее на платформу, и она тебя как бы ускорит, но нет. Здесь такого нет. Ты не можешь, может быть, обогнуть эту срань? И в чем смысл? Бред. Просто беги прямо, лол. Я бегу прямо. Просто бегу прямо.